Всем привет, ребят! С вами я, Диана, и в этом видосике у нас с вами рубрика новости. Но перед началом этого видео подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается ну очень просто, а главное быстро и безопасно. Но и не забывайте, что на StarPets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу StarPets будут в закрепленном комментарии и в описании. Ребята, как вы поняли по названию этого видеоролика, мы с вами поговорим насчет нашего нового обновления. Наши лесные яйца, ребята, у нас вышли ровно 4 месяца назад, а это уже повод задуматься о новых яйцах. И, конечно же, ребята, очень много концептов стало летать в интернете, и давайте я вам покажу один из них. Он связан с насекомыми. Ребята, напоминаю, это концепт, это обновление не подтверждено. Ну, в общем, ребята, вот такой вот концептик получился, и я думаю, у меня ни у одной остались вопросы к последнему питомцу. Давайте, ребят, просто посмотрите на него, что это такое. Конечно, знаете, ребят, похоже, наверное, на червя. Скорее всего, это он и есть, но, ребята, настолько как-то странно его сделать, как-то не очень выглядит. Просто, что это такое у него под глазами, какие-то вторые глаза вылезли, или что это такое, ноздри, что это еще может быть. Но, конечно, это вопросы к создателям этого концепта, ребят. Но, в принципе, достаточно прикольно. Мне понравился богомольчик, мне понравилось. А, вот еще, кстати, насчет пчелки, ребят. Пчелка тоже такая своеобразная, такая, знаете, широкенькая такая. Ну, в общем, прикольная, ребята. А как-то охота, знаете, более таких... ну, каких-то странных таких питомчиков, интересных видеть в Adopt Me. И, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вообще всех этих питомчиков, которые я вам показала в концепте. Еще раз, ребят, говорю, это концепт, это обновление не подтверждено. Мы строим догадки, какое будет следующее обновление. И получается, по нашим догадкам, что у нас лето, и это будет обновление с насекомыми. Даже вопросники еще тогда, год назад, у нас было там вот и мифическое, океанское яйцо, и там тоже было яйцо с насекомыми. И оно вроде бы стояло уже на последнем месте, ребята. И, скорее всего, нам нужно именно его и ждать в следующем обновлении. Но, впрочем, ребята, если вы не хотите пропустить всю нужную информацию, вы не подписаны на канал, то подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео с нашими обновлениями. Всем пока!